Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла какао жидкого 10 мл. Жидкое масло какао используется отдельно, либо добавляется в различные рецептурные композиции. Вещество концентрированное, поэтому даже в небольших количествах оказывает положительное воздействие на кожу. Данное масло изготавливается из какао-бобов. Оно прессуется, затем фильтруется и рафинируется. В отличие от многих других масел, масло какао чаще всего используется в средствах для ухода за телом, а также массажной косметики. Масло способно поддерживать естественный водный баланс кожи и защищать ее от разного воздействия окружающей среды. Оно хорошо восстанавливает и придает эластичности, поэтому косметологи рекомендуют его как антивозрастное средство. Такое вещество прекрасно проникает в глубокие слои эпидермиса. Масло какао очень полезно для волос. Оно смягчает, питает, возвращает природный блеск и красоту волос. Специалисты советуют его использовать летом и зимой. Полезные свойства таковы. Защищает кожу от потери влаги и сухости. Оказывает антивозрастное действие. Прекрасно стимулирует микроциркуляцию. Разогревает мышцы и расслабляет. Ускоряет процесс регенерации и лечит кожные заболевания. Помогает вернуть волосам здоровый вид. Применение масла какао в косметике таково: мыло, крема для рук и тела, ухаживающее средство для губ, средства для волос, такое как маски, бальзамы, шампуни, массажные косметические средства, солнцезащитные средства. Вот такой бутылочке мы отправляем жидкое масло какао нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!